продолжают строить больше спортивных площадок для школьников и жителей районов. Беговые дорожки, турники, поля для футбола и волейбола. А на набережной скоро будет новый сквер. Пока обсуждают проект, сегодня президент Красносельский проверил, как идут работы. Бендеры, микрорайон Ленинский, школа номер 11. Президенту показывают новую спортивную площадку, одну из самых больших в городе. Ее строили 2 года за счет государственного и муниципального бюджетов. Потратили 5 миллионов рублей. Волейбольная и баскетбольная поля, беговая дорожка, прыжковая яма, трибуны готовы. Вокруг все в плитке. Осталось закрепить ограждение игровых площадок. Получится уже объект не только для школы, но и для жителей. Дополнительно в этом году хотим сделать этот проезд от сквера по Парка Победы вот вдоль этих гаражей, чтобы можно было и людям проходить. Еще идея – сделать рядом сквер строителей. Чтобы немножко облагородить эту территорию, мы, в принципе, не против. Я думаю, что даже где-то поможем строителям, кто хочет небольшой памятник сделать. А это 15-я школа. Старой площадке было больше полувека. Теперь здесь новый спортивный комплекс. Строили за счет фонда капвложений на все 4,5 миллиона рублей. Дети смогут заниматься футболом, волейболом, баскетболом и воркаутом. 6 июня – торжественное открытие. Мы еще частично площадку сделаем, которую школа попросила для проведения линеек. Как бы она уже примыкает к этой территории. Дальше в первую гимназию. Здесь еще идут работы. Площадка для занятий физкультуры пока выглядит так. Уже есть беседка, турники. Осталось сделать ограждение, заполнить прыжковую яму, уложить прорезиненное покрытие. Все планируют закончить к 1 августа. Надо тогда ряд сидений. Здесь сиденье и там сиденье. Да. Сиденье. А здесь не сиденье, тут сиденье, а здесь у нас прыжковая яма, здесь, и да, здесь будет... Да. Здесь монолитная резиновая крошка. Покрытие. Еще один совет от президента, как привести в порядок территорию вокруг гимназии. Садите хвойники. Да. Сосна, елка. Сосна, елка. Если что, я помогу. Да, вот это все сосна, елка, вот это, куда? Да. Уходите. И у вас будет нормальный хвойный уголок такой, хвойный лес. Следующая остановка – набережная. Вместо пустыря – территория для спорта и развлечений. Пока все в проекте. В этом году выделили 3 миллиона рублей. Есть идея сделать зоны по возрастным интересам. Тут и тренажеры, и для взрослых, и для детей. Это тренажеры. Да. А это что? Это детские зоны, здесь будут разные на торсах специальные каталки для детей. Тренажеры, качели, горки – все будут делать местные производители. Стройку планируют закончить до конца сентября.